По ремонту центральной городской площади телеканалу «Амурск» дал разъяснение глава города Амурск Сергей Семенов. Он рассказал о том, какие работы проводятся и когда площадь снова начнет радовать проводимыми на ней праздниками амурчан. Проект благоустройства площади у нас реализуется за счет федеральных денег. Мы победили на конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Всероссийский, причем конкурс, заняли первое место и получили субсидию в виде 90 миллионов. На эти деньги, собственно, был разработан проект, который сейчас реализуется. Срок проекта 2 года. Я вижу много обращений в социальных сетях, что да, вот мы там затянулись процесс, там долго делаем, но хотел бы отметить тот факт, что делается все по технологии. Большой объем грунта, который был плавающий, из-за этого, может быть, помните, у нас плиты играли то выше, то ниже. Это все изымалось и засыпалось новым грунтом, уплотнялось на несколько раз. Потом каждый слой после уплотнения проходил испытания, лаборатория специально приезжала. То есть, ну, полноценная технология, чтобы эта площадь потом могла служить долгие-долгие годы. Поэтому, собственно, никто здесь не затянул работы. Работа идет в плановом режиме. Верхняя часть площади, мы ее планируем уже к сдаче где-то в середине, к концу августа. И нижняя часть площади где-то сентябрь месяц, финал. Но единственный нюанс, что у нас в эти деньги не вошел ремонт сцены, парапеда и вот этих лестничных маршев. То есть выделены деньги краевым правительством, и здесь еще частично помогает нам компания «Полиметалл» дополнительное финансирование, для того, чтобы мы как раз вот эти виды работ завершили. Но для того, чтобы сейчас приступить к этим работам, необходимо вначале завершить первый этап. То есть, поэтому здесь мы не заканчиваем в этом году, это вообще история продолжаться будет и в следующем году, и может быть даже в 26-м году, потому что в глобальных планах завершить благоустройство за ИКАРом, сделать там смотровую площадку и соединить все это благоустройство еще и с парковой зоной, чтобы это было единое большое пространство для отдыха наших горожан. А вот помимо просто, чтобы вот заасфальтировать, да, эту площадь, что-то еще планируется здесь, фонтаны, либо еще что-то? Фонтана, к сожалению, у нас не будет. Здесь же исторически так сложилось, что мы проводим все массовые мероприятия на площади, поэтому здесь мы максимально ушли от каких-то дополнительных там малых архитектурных форм или еще что-то, больше сделали ее функционально, чтобы она была, чтобы можно было здесь устанавливать какие-то детские аттракционы, детские там батуты, киоски, то есть праздники проводить, события какие-то, то есть, ну, такая вот история. Но мы предусмотрели место стационарное для нескольких торговых павильонов, для кафе. Может быть, оно будет сезонное, может быть, круглосуточное. Здесь еще посмотрим.